смотри, ты видел? Да, я там, видел, да, да. Видел, там Нева не поднимается, вас не поднимается. Я не успел заснять. Давай, короче, давай. Давай. Сторону, да, бегом, нет, бегом. Ты сейчас отсюда спускаешься, да, а я пока бегу туда. Давай. Погнали. Погнали. Короче, сейчас мы будем штурмовать огромную песочную гору. И используем один лайфхак, который стопудово нам поможет проехать вот здесь. Покажи. Вот здесь мы сейчас поедем, короче, вот так не спустим. Вот туда, по песку, песку. Не знаете, что это за способ? Пойдем травить колеса. Отсасыватель воздуха, профессиональный уровень. Мастер-класс показываем. Прям задний крысочек. Так, ты помнишь, как ехала она? Она, помнишь, как ехала Волга? Конечно. Вот. Мы колеса ни разу еще не травили. Сейчас ты, короче, проедешься на травленных колесах, а вернешься обратно где-нибудь здесь, с тобой встретимся наверху, и ты расскажешь свои эмоции. Хорошо. Вот, как она стала ехать на спущенных. Хорошо? Я думал, шикарно поедет. Достаточно? Я думаю, достаточно, да. Конечно, заворачивай. Все, пробуем. Газ по лаз не забудь! Пошел! Психованный парень. Чё творит? Чё творит? Ну чё скажешь? Да у неё капец. Появился. Да ладно. Да ебать вообще. Она прям и погнала просто вообще. Давай ещё раз, может. Бля, можно. Ты смотри, ты видел? Да, я там, видел, да, да. Видел. Там Нева не поднимается, вас не поднимает. Я не успел заснять. Давай, короче, давай. Давай. Сторону, да, бегом, нет, бегом. Ты сейчас отсюда спускаешься, да, я пока, да, бегу туда. Давай. Погнали. Погнали. Бегу. Вон он жарит. Давай. Пошел. Во, дает жару. Ты заснял? Да. Ну что, в натуре поехал лучше? Вообще огонь. Я как будто не знаю. Я как будто не на Волге ни хрена. А на чем? Как будто не на заднем приводе, я не знаю, там, на пожарном твоем. Да? Вообще. Все, надо Волгу брать. Ну, махнем, не гняли? Да. Это просто что-то, конечно. Вот вам реальный способ, как выбраться из передряги, особенно по песку. Нужно просто спустить колесики. Всем пока.